Приветище! Сегодня у нас с тобой новенькая игрушка под названием Trackline Express. Игра про поезда и с интересной визуальной картинкой. Больше напоминает какой-то картонный мир. Можно даже сказать бумажный. Компания. 4 часа, нифига. Ну давай компанию зарубаем, короче. Пожар распространяется с запада. Мы должны покинуть эту местность и добраться до конечной станции Спрингс. Значит, мы вот тут, пожар за нами, мы едем. В общем, чё, гоним? Следующий. Здесь остался только старый локомотив. Это наш последний шанс эвакуировать местных жителей. А, то есть я еще не один поеду с жителями. Следующая станция Солстис. То есть вот это вот. Окей, погнали. Ох ты! Да, реально картонная картинка, такая бумажная. Интересная графика, мне безумно она нравится. Новое задание. Достичь конечной станции, понятно. Завести ржавый, но весьма надежный локомотив. Почему написано Хауи? Это так локомотив на их языке называется. Так, значит, чтобы локомотив замести, нам нужно топливо где-то достать. Уголь, то есть. Где тут уголь? Деревьев много, но срубить я не могу, топора у меня нет. Вот уголь. Значит, безопасный экологичный ресурс. Нет, на самом деле нифига он не экологичный. Закидываем его в поезд. Закинули одну единичку. По одной единичке заправляется сам локомотив, а остальное мы в вагон склада закидываем. Из 20 у нас заполнено 4. В принципе, все, мы можем садиться и ехать. Поехали отсюда подальше, чтобы пожар нас не достиг. Не настиг нас пожар. О, стой. Вот тут еще уголь есть. Еще уголь скидаем. А что свинья-то на дороге? Я могу ее переехать? Нет, свинью не переехать. Ха, вопросительный знак. Обучение. Вы нашли копилку, постарайтесь поместить ее на поезд, ведь она позволит безопасно хранить монеты, которые пригодятся нам в пути. А как я ее могу? У меня ж нету дополнительного вагона. Если бы у меня был дополнительный вагон, то тогда другой разговор. Монетка. Монета позволяет открывать чертежи и создавать объекты. Я ее сразу в копилку закинул. А чё бы нет? О, гляди-ка! Платформа! Важнейший элемент вашего поезда. Используйте их для перевозки промышленных объектов и снаряжения. Так, мы сейчас на нее копилку как бахнем. Как подцепить? Подцепили, ништяк. Обалденно. Вот и копилочка у нас с монеткой, все. Что-нибудь еще тут валяется? Ого, еще больше монеток. Я богат! У меня теперь 7 монет в копилке. А, стой. Прыгать я не умею. На пробел это крафт. Ну все? Можно отсюда, в принципе, и чесать. Поехали! Блин, как неудобно. Короче, когда ты нажимаешь двигаться человечком, он просто сразу выпрыгивает с локомотива и куда-то несется на своих двух. Поэтому лучше ничего не трогать, когда ты едешь. Вы достигли конца уровня. Следующая наша точка. Отлично, мы добрались до станции Солтис. Поблизости находится рудник, давайте создадим кирку и добудем уголь. О, наконец-то, кирки. Поспешите, пожар все ближе. Ну да, он уже надвигается. Мы тут. Зачем вот этот таймер, я не понимаю. Для чего он вообще? У нас на время, что ли, прохождения или как? Что мы тут имеем? Так, а это что за... А! Пассажир за пределами безопасной зоны. А, это небезопасная зона, короче. Ясно, если я туда попадаю, то мне кранты. Вот чертежи лежат. Значит, топор, копилка, точка сохранения, я и такое умею делать. И Хауи, это локомотив. Как мы выяснили, значит, смотри, что нужно. Добыть уголь, создать кирку, получить 50 монет, достичь конечной станции Спрингс. Не вопрос. Я еще тут древесину вижу. Важнейший ресурс для создания разных объектов. Расходуйте экономно, деревьев не так уж и много. Понятно. Так, ну, что, мы чертежи открыли? Вот. На пробел нажимаешь, и вот тебе все. А, нет, мы чертежи подобрали, но не открыли. Короче, каждое открытие вот денежку стоит. Чтобы топор открыть, 2 монетки отдаем. Открываем. Все, топор у нас есть. А, нет, не есть. Мы же только чертеж открыли, топор теперь нужно сделать. Чтобы его сделать, надо потратить 1 монетку. Как-то это... Ну ладно, допустим. Вот, монетку держи. Все, мы взяли. Нет, не взяли. А, удерживайте ее, чтобы назначить. Теперь топор у нас в руках. Мы можем срубить деревья. Либо купить еще кирку. Так, подожди, давай попробуем срубить дерево. Ага, у дерева прочность 20. Я уже чуть-чуть добыл. У дерева прочность меняется. Блин, сколько я бревен там наколотил. Ладно, хорош, не будем столько колотить. Слишком много получается. Кирку давай теперь сделаем. Кирка. Покупаем.
для кирки вот как раз-таки древесина нужна. А в каком количестве? Мне кто-нибудь скажет. Одной достаточно будет. Подожди, возьми одну. Одну возьми древесинку. Зачем все-то брать? Может, тут что-то... Нет. Подсказку дайте мне, как брать. Я как-то одну монетку смог взять, а вот одну древесинку не могу. Ладно, давай сюда кинем просто. Вот. Задание выполнено. Кирка есть. Всего мы можем два предмета таскать и одно оружие. Каждый пассажир может так таскать. Пока что я один-единственный пассажир, поэтому... Значит, добываем теперь уголь. Давай, кирочкой. Еее! А что, я сразу 50... А, получить 50 монет. А как мы их получим? В копилку? Как-то мне уголь? Куда? Как? Чем? Я думал, уголь продавать надо. Вот, написано, получить 50 монет. За счет чего мы их получим? Рудник позволяет добывать уголь из булыжников. Ну, понятно, что... Сейчас, может быть, это? Сейчас. Вот кирка. Лопата нет. Гаечный ключ. Зачем мне это? Рудник. Я могу рудник купить? Метка, колодец, костер, печь. Локомотив. Дозорная вышка, копье. Ничего себе. Копилка, точка сохранения. Вот точку сохранения было бы неплохо сделать на самом-то деле. Потому что, скорее всего, тут автосохранения нету. И сами мы не можем сохраниться. Сейчас я проверю. Быстрая загрузка. Да, сохранений тут как бы и нету. А вот и таймер-то, кстати, идет. Понятно. И что делаем? Давай уголь, короче, грузить в наш поезд. Я не понимаю, где заработать огромную кучу монет. Тут, видимо, огонек уже потихонечку к нам подступает. Древесину. Что с древесиной делать? Куда ее вбахать-то? Было бы неплохо сделать еще один локомотивчик дополнительно. А, стой, вот это вот что? Это что? Собрать мусор. Ага. Ну я просто его разломал и все как бы. Ладно, добываем уголь и, короче, чешем отсюда. Больше я тут ничего не могу сделать. Все. Я всю шахту, короче, сколотил. Весь уголь с нее добыл. Вот так-то. Едем дальше, короче. Прощай, шахточка. А, безопасная зона. Она от поезда. Ясно, понятно. О, деньги. Отлично, очень хорошо. Пассажиры? Вы достигли конца уровня. Подождите. Я там монетки не собрал. Можно назад? Назад? Короче, пришлось заново всю игру проходить. Всю компанию. Благо, я недалеко ушел. Чтобы доехать до этих пассажиров и собрать монетки. Там еще и овца есть. Стоп, тормозим, поезд не подходи туда близко. А то сейчас нас опять на следующий уровень кинут. Так, птички, овечка. А, милые овечки, их можно хватать и бросать, но вы не обязаны это делать. Я бы забрал ее с собой, но, к сожалению, у меня... Погоди, а я могу? Не могу. Только локомотив, а платформа... А, нет, подожди, вот платформа. Малый вагон платформ. Могу, но чертежа у меня нету, к сожалению, сейчас. Сейчас нет. Пассажиры... Пассажиры. Вы идете, три пассажира, но взобрать я их не могу, потому что как бы... Подожди, если я прям подъеду сюда... Стой. Вот так вот встану. Ну все, пассажиров, получается, забрать я никак не могу, только ради денег сюда вернулся. Поэтому следующий уровень. Чтобы их забрать, нужен пассажирский вагон, видимо. Здесь несколько человек ждут эвакуации. А-а-а, понятно. Ну, я... Все, ясно. Я немножко поторопился тогда. Найдите вагон, чтобы взять их с собой. А еще нам нужно построить рудник, чтобы добыть больше угля. Но будьте осторожны, во время работы расходуется вода. Избегайте обезвоживания. Ну да, вон они, пассажиры. Тут бы монетка лежала. Зря я, короче, перепроходил. Эх. Ну ладно, зато буду знать теперь. Выходит, мне нужно сейчас пристыковать вагон. Вот он, кстати, стоит. Вот этот вот вагон. Можно я его как-нибудь вот сюда поставлю? Отлично. Надеюсь, уголь будет отсюда закидываться в наш локомотив. Дальше. Что? Вагон пассажирский есть? Пассажиры, добро пожаловать. Проходите. Я пассажира взял в свои руки и перетащил вагон. Но один не сел. Нажмите Tab, чтобы переключиться между пассажирами. А, я между ними переключаться могу. 25 золотых они мне дали. Это как бы заплатили денег за то, что я их довезу. Закидываем в копилку. То есть 30 монет у меня уже есть. Кстати, я, знаешь, что хотел? Свинью взять, скинуть? Да, овцу мы можем посадить. Ну, как бы зачем?
Вовце деньги я копить не могу, но если будут пустые платформы, можно с собой зверюшек забирать, это хорошо. Давай переключимся. Ага. Мне же говорили, избегай обезвоживания. Вот обезвоживание, точнее, сколько воды в нас? 20 литров, а у меня тут 8. А я могу как-то оружие передавать? Оружие передай. Передай оружие. Можешь? А, инвентаря-то так, такового у нас нету, да, получается? Все понятно. Этому чуваку нужно оружие делать тогда. В общем, я вот этим сейчас добегаю. Сколько у меня? 8 воды есть из 20. Есть камень. Один из важнейших ресурсов для создания объектов. Можно добывать из булыжников. Ну, здорово. Рудник теперь нам нужно где-то тут поставить. Ой-ой-ой, за границу не заходим. Ну, давай где-то здесь, возле камня. Добыть камню и руду. Нет, нам это не нужно. Нам рудник нужен. Мы его покупаем. Точнее, чертеж покупаем. И вот тут сейчас поставим. Две древесины, два камня. Как бы не вопрос. Камень уже есть. Сейчас здесь еще добудем. Копай. Добывай, копай. Все, хватит. Теперь дерево. Ускориться. Можно ускориться, когда сверху появляется нужный значочек. Вот. Я попал. Еще. Что-то я прекратил. Короче, если попадаешь, ты ускоряешься. Если промахиваешься, то, собственно, ты отменяешь действие рубки. Рудник есть. И что дальше? Создать рудник. Мы его создали. А для чего мы его создали? Ну, чтобы что-то там добывать. Куда его вообще поставить? Присоединить. О, вот, его присоединить нужно было просто к шахте. Добываем руду, сколько там ее? 15 единиц. Точнее, уголь мы же добываем, правильно? И у меня уже конкретное обезвоживание. Где мне попить водички можно? Вот тут вода есть. Мы можем попить? Добыть воду. Ага, вот как мы пьем. Озера встречаются не так уж часто. Не растрачивайте воду понапрасну. Будем знать. А я вообще могу это все... Воды у меня полно-полно. Могу сделать... Чуть уголь не забыл, кстати. Резервуар с водой какой-нибудь. Давай посмотрим. Колодец вот мы можем выкопать. Так, костер, не ветряная мельница. Не нужно нам это. Здоровяк. Настоящий зверь, а не локомотив. Он справится с любой задачей. Но рановато нам еще до него, рановато. У нас и то справляется, тащит. Хорошо, вроде бы как. Копилка, точка сохранения. Вот, точку сохранения. Хранилище угля. Давай точку сохранения сделаем на всякий пожарный, а то мало ли. Что там будет у нас дальше? Точка сохранения. Сколько она? Одну монетку просит. Не вопрос. Денег у меня, в принципе, пока что хватает, так что потратимся. Вот. Чтобы сохраниться, удерживайте. Игра сохранена. Отлично. Ну что, поехали? Ты как бы с нами или нет? Как мне его посадить-то? Посадите пассажира в вагон и получите 10 монет. А вы знали, посадив пассажира, вы получите монет. Это действие нельзя отменить, так что хорошенько обдумайте свое решение. Окей. Посадить пассажира и получить монеты 10 штук? Да. Вот. Так что это все в копилку. Можно было этим пассажирам, блин, побегать, тут все подобывать и закинуть его в вагон. Но хотя зачем, если я воду восполнил моему главному локомотивщику? Так что ладно, едем. Чё-чё-чё-чё-чё. А-а-а, всё-таки вот этот вагончик надо поставить рядом с поездом. Да нет, никого не... Через 27 секунд нас пожар настигнет. Сколько я тут? 7 минут я проторчал. Как мне? Подождите, мне надо вот этот вагон перекинуть туда. Что ж такое-то? Как же так-то? Блин. Сейчас вот так вот сделаю. Вот. Вот как это все надо делать. С пассажирами невозможно перекинуть составы, поэтому ладно. Едем. 3 секунды, пожар нас сейчас настигнет, а мы уезжаем. Мы потихонечку едем. Мы едем, 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 едем. Так что нас не должно все это дело настигнуть. Вот, колонку вижу. Смотри, колонка. Добыть воду. Мы реально качаем воду? Но зачем она нам нужна, если мы уже напились? Будем иметь в виду, что можем с колонки... Это что, по нам стреляют? Ёлки-палки, по нам стреляют. Господи. Господи, проезжаем скорее. О, сохранение, отлично. Свинью мою пытается разбить. Все, мы далековато отъехали. Так что, это что такое? Вот это что? Опа. Монетку тырим. Флажочек. Флажочек, что он означает? Красные флажки, это метки. Они позволяют расширить безопасную зону, по которой вы можете передвигаться пешком. А, вон оно что. Значит, зря я сделал сохранение. Можно это как-то с собой положить куда-нибудь?
Жалко, конечно, не, что нельзя. Нельзя, ладно, тогда сохранимся тут еще разок. Вот, 7 монеток у нас есть. Закидываем в копилку. Копилку изрядно так подстрелили. Как же. Это, короче, просто башня. Нам ее никак не раздолбить. Поэтому просто едем дальше. Все, что можно было, мы здесь собрали. Угля! Угля не хватает! Как вообще так получилось-то? Тут нету угля? Нету тут угля. А вот это что такое? Вот это вот. Дома нет, кого он сбоку торчит, я вижу. Придется рудник делать. Рудник. Единственное, я не знаю, куда его поставить. За камнем все-таки сюда сбегаю быстренько вот так вот. Так, тут вот у нас древесина. Еще где-то камень видел. Чтоб ничего не рубить зря, времени тратить и выносливость свою с водой. Рубим древесину. Нам чуть-чуть тут не хватило. Все, готово. Рудник есть. Ставим его сюда. Ага, можно его переставить, пожалуйста? Ладно, пускай он в меня стреляет. Что поделать? Я могу так сдохнуть. Ладно, пускай подыхает, посмотрим, что будет. Ага, перезапуск. Ну давай, перезапуск. Ой, перезапуск это прям с самого начала. Нет, быстрая загрузка, пожалуйста. Весь не сохранили. Да, хочу. Быструю загрузку сделайте мне. Вот, отлично. С этого места, где последний раз сохранился. То, что нужно. Значит, монеточки все собираем. Так. Единственное, надо рудник сейчас поставить где-то в другом... О, еще есть монетки, отлично. Где-нибудь снизу. Тут же вот, смотри, камень какой здоровый. Надеюсь, что тут поставится рудник. Добываем. Еще камушек сверху надо не забыть. Вот сюда вот бежим. Отлично. Я такой счастливый, такой радостный, позитивный чувачок. Нас пожар настигает, жопа подгорает, а мне пофиг. Такой, знаешь, дуралей. Сюда. Все, рудник готов. Куда я его могу воткнуть? Здесь нельзя, обидно. Очень обидно тут. Тут можно, но мы тут не добудем. Потому что мы далековато, как бы там за тенью поставится рудник, это нехорошо. Ну вот в этот камушек, ну можно ж было-то, блин. Так, у меня есть возможность сделать, допустим, копье какое-то. Копье, вот. 6 монет, а что так дорого-то? Ладно. Катапульта появилась, арбалет, бомба. Ха. Да мне... Вот, арбалет был бы неплохо, конечно. Давай копье. Древесина нужна. И я сейчас попробую с копьем. Стой, а почему ты с этой стороны рубишь? Почему бы с другой тебе не порубить? Обязательно стой надо было. О, боже ты мой. Дуралей ты мой, синенький. Вот. Мы сейчас, короче, попробуем с копьем побежать и потыкать эту башню. Получится или нет? Ну, потому что она нам мешает. Мы не можем с этой башней добывать уголь. Вот даже сейчас мне просто камушек нужен. Отлично. Мне кажется, я сейчас опять сдохну. Вот у нас есть... Копье. Вот так-то можно, в принципе. Долбить ее. Тихонечко за зону забегать и отбегать. Последний. Ох ты, нифига себе. И яблочко. Мы его сейчас сожрем. О, здорово. Так, монетка отправляется в копилочку. Рудник отправляется сюда. Давай, ставь рудничок. Еще монеточка. Без выходных ситуаций не бывает, как говорится. Все сделали как надо было. Ой, что это такое? Что? Облачко? А, облачко появилось. И с нее дождик льет и водичку нам дает. Прикольно. Все, угля мы добыли. Пожар? Откуда пожар-то? А как? А, нифига себе, это таймер. Я думал, что за бомбочка? Это таймер, сколько пожар будет длиться. Да а что я стою-то, дубина, надо ехать. Ёлки-палки, он нас настигает. Поехали. Все, пожар к нам подобрался. Но мы тихонечко отсюда едем дальше. Фух. Нифига себе. Нам встретились враги. Но у меня есть копье, я уже сделал. По мере путешествия они будут встречаться все чаще. Нам понадобится оружие.
Я уже сделал копье, что ты паникуешь-то? Кстати, этот участок путей слишком стар. Здесь не хватает фрагментов. И придется строить пути, наверное. Пора выковать металл и создать рельсы. Ага. Только не тяните, пожар наступает нам на пятки. Что ж... Через 46 секунд пожар здесь будет. Или это не пожар? Вот это непонятно, что это. Могли бы нормально нарисовать этот рисуночек? Чтоб я понимал, что это. Создайте рельсы, выковайте железо и опять получите 50 монет. Ладно. Что ж, приступим. Как создать рельсу? У нас есть тут что-нибудь? Метка. Вот метку надо бы купить и расширить наши возможности по перемещению. А то вот это вот мне не нравится. Где здесь рельса? Вот она, рельса. Она, к сожалению, у нас закрыта. Угу. Это значит, что надо нам на поезде чуть-чуть проехать. Поехали подальше. Мы тут ничего не можем сделать. Уверен, что дальше мы найдем чертеж рельс. Блин, ты представляешь, все. Мы потратили весь уголь. А я думаю, куда он у меня так расходуется? Он просто тоннами в локомотив засыпается. Чтобы эта штука ехала. О! Ништяк. Платформа. Мне кажется, чем больше у нас платформ, ну, вагончиков, тем тяжелее нашему локомотиву и тем больше угля нам необходимо. Значит, раз такие дела, нам потребуется сейчас добывать руду. Снова рудник делать. О, вот. А, подожди, это не огонь, это вот эта вот штука. И что же там? Прикинь, с нее монетка выпала. Это типа, как она... поле перебеги называется эта штука. Когда куча сена такое скомканное в круг перебегает поле. Значит, мы добываем сейчас древесину, делаем рудник. Камень еще нужен. Камень. Здесь камень не добыть. У тебя огромная глыба камня, а ты не можешь камень добыть. Вот здесь будет, скорее всего, рудник. Ускоряемся. Ускоряемся. Отлично. Это надо... Там был камень, а я добывал его. Ничего страшного. Уголечечек. Чё там по воде? Я уже пить, в принципе, хочу, надо попить. Сейчас там еще тучка шла. Тучка шла, да не дошла до нас. Ну что ж. Придется сейчас что-то делать, типа колонки какой-то, чтобы попить. О, через 18 секунд дождик будет. Отлично. А я пока подобываю уголек. Все, пить хочется. Ладно, перекур. Пока перекур. Дождик будет прямо вот здесь вот где-то идти. Дождик, дождик, ты могуч. Ты гоняешь стая туч. Отлично. Ну, побольше, побольше водички. Молния? Я молнию подобрал? Или не подобрал? Стой, подожди. А, я думаю, что под молнию лучше не попадать. Она может отнять здоровье мое. Вот же еще водичка, смотри-ка. Вот тут вот можно поставить, наверное, этот... колонку. Топор, лопата, это неинтересно. Колодец, вот. Открываем его. Покупаем. И можем его сразу же сюда переместить. Так, камень где-то там валялся. Сейчас немножечко подрубим древесину. Семечко. Ай-яй-яй-яй-яй. Забрал семечко, и я его съел. Короче, здоровье восполнил немножечко. Кто бы мог подумать, что семечко можно с дерева выбить. Сюда. Камушек, вот он. Да что ж такое-то? Добыть воду. Поместить на водоносный пласт. Так я это и хочу сделать. А, вот. Ну все, ставим сюда и добываем воду. Блин, капец, это столько времени сейчас было потрачено на добычу воды. Ужас! Там уже, наверное, огонь подбирается к нам, да? Ничего там не горит пока что? Нет, слава богу, ничего не горит, это хорошо. Продолжаем добычу угля. Тут совсем чуть-чуть осталось, 9 единиц. Все! Добыли все с этого рудника с углем. Можно, в принципе, ехать дальше. Поехали! Где же мне достать чертеж рельсы? Сейчас где-то дорога должна быть поломанная. Монетку вижу. Ой-ой-ой, значок опасный. Дай-ка я тут выйду. Дай-ка выйду. Тут можно сохраниться, это нам на руку. Сейчас это и сделаем, пожалуй.
Так, мне кажется, или там огонь подступает к нам? Нет, показалось. Сохраняемся. Поехали дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А рельса сломалась. Тихо. У меня всего один хп. Сломали. Ништяк. И там еще 5 монеток. Сзади, вот тут вот. Очень даже неплохо. Я думаю, что тут надо рудник сейчас поставить. Так как у меня 3 угля в хранилище. Сейчас добудем 2 древесинки. 1 минута, и на нас нападут? Ой, вы потревожили старого сердитого шахтера. Осторожно, у этих ребят взрывной характер. Так, 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 так. Ну пошел отсюда. Еда, 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 еда. Ай, больно. Плюс 4 хп, очень, очень неплохо. Отбиваться сейчас придется, а как по-другому-то? Я не могу рельсу починить. Все, я думаю, это последний уголь, да. Последний уголь, потому что у меня 5 единиц до обезвоживания осталось. Это очень плохо. Собрать мусор. Ну, давай собирать его. Походу, мы сейчас так и... А, гляди-ка. Так, у меня что-нибудь тут открылось? Буровой насос. Нафиг он мне сдался? Вот есть металл. Производится из добытой железной руды и является одним из основных ресурсов, необходимых для создания многих объектов. Так дайте мне чертеж-то, блин! Как мне создать? Я хочу свалить отсюда, добыть воду. О, с кактуса воду можно брать. Слишком много народу едет ко мне. Сейчас мне будет хана, походу. Так, один появился. Бежит ко мне. Давай, давай, один на один сейчас с тобой. Ой. Готов. Готов. Пока не дурно, пока справляюсь. Все довольно просто. Короче, смотри, что я нашел. Чтобы открыть рельсы, нужно сперва открыть печь. А где у нас печь? Вот она, печь. Окей. Чертеж печи мы сделали. Теперь рельса. Вот, мы ее тоже покупаем. Значит, для рельсы нужен металл, 2 штуки, и бревно. О, появился. Иди сюда, Чунгачкук. Металл и бревно. Сейчас бревно пока срубим. Пока там этот Чунгачкук до меня идет. Стоять. На тебе. Что это, картошка? Походу, картошка. Так, древесина есть и еще один металл. И его, скорее всего, нужно получить из печи. Ну что ж, давай попробуем. Ой, 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 ой. Тут дофига всего нужно. А где мне вот это-то достать? Я даже без понятия. Там еще один чукча бежит ко мне. Хм. А где ж мне еще металл-то взять тогда? Готовенько. Вот зараза-то. Ну, короче, железная руда нужна. Как ее, где ее достать? В руднике копаться? По-другому уже никак ты не добудешь железную руду. Ну, сколько я копался в руднике, ни одной железной руды я не нашел, только уголь. О! Нашел! Ты прикинь? Короче, не рудники нужно делать, а просто копать обычную гору. Обычные камни. И с них добывается железо. Вон оно что! Какую-нибудь подсказку бы хотя бы сказали, что не рудники нужны, а просто долби камни. Ёлки-моталки. Все, печка у нас сейчас будет готова. Я пить хочу, не могу. Куда нам печку-то теперь поставить-то, ёлки? Давай здесь пусть будет. Уголь туда теперь нужно закинуть. Отсюда немножечко возьми. Да ты угля возьми оттуда. Вот. Уголь сюда закидываем. 1. Вот 2. Да, в принципе, и хватит. Давай теперь железо. Железо туда закидываем. Оно сготовится? Надеюсь. Пойду кактус потолблю. Попью немножечко водицы. А то пить хочу, не могу. Вот и нет кактуса. Что там у нас? Может, угля побольше надо? Там написано, что 4. Ладно, вот тебе 4. Как же я тут застрял-то надолго, а? Ужас какой. Ну, вроде бы сейчас должно там что-то вот-вот-вот тут. Печься. Печься, запекаться, выливаться в сталь. И что, оно так и будет лежать тут? Ковать. А-а-а, вон оно что. Я-то думал, что оно само как-то расплавится там, еще что.
Так, железка мне больше не нужна. Все. Не буду тратить силы. Есть, рельсу я сделал с горем пополам. Уголь надо отсюда забрать. Можно я уголь заберу? Пожалуйста, я слишком много угля туда вкинул. 3 угля! Я бы печку еще забыл. Точно. Овца, иди гуляй. Я заберу печку, она нам еще пригодится. А можно и вместе с сырьем, вот, допустим, вот так вот? Нет, так не получится. Хотя, сейчас... Во, вместе с сырьем, отлично. И сюда ее поставлю. Печка же, это ценная вещь. Она нам еще пригодится. Ну что, поехали дальше. Как я все классно придумал. Правда, очень много времени потратил на создание рельсини. Но ничего. Осторожно, пожар! Не медлите! Вперед! Быстрее, 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 быстрее. Едем, 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 едем. Угля должно хватить, чтобы свалить отсюда. Должно, должно, должно хватить. 10 монет. Надо выйти забрать. Там больше, чем 10 монет лежит вообще. Вот так вот. Ну, пока пожар до нас не добрался, я думаю, можно и уголька подобыть. В принципе, там совсем чуть-чуть осталось до следующей остановки, так что не страшно. О! Шахтера злого выкопал. Ха, прикольно. Мне это так нравится, что ты можешь из шахты выкопать злого шахтера. Он как будто там всю вечность жил и ждал меня. Мог бы поблагодарить меня. Ой-ой-ой, а чё так трясется-то? За что? За что меня? Что ударило? А, блин, обезвоживание. Я пить хочу. Но точка меня спасет. Я сейчас опопьюсь вот этим вот. Все, хватаем уголь и, короче, потащили его. Как земля-то трясется, елки-палки. А, пожар! Вот, вот это пожар! Вот, вот что! От чего мы убегаем? Там конкретно... Так, давай, поехали, поехали! Пассажиры, местов, правда, нет у меня, но... Надеюсь, что что-нибудь придумаю. Наш бедный локомотив работает на пределе возможностей. Да, я тоже это заметил уже. Повысьте его мощность с помощью улучшения двигателя. А, мы можем и так. А я думал, новый локомотив построить проще. Давайте продолжим наш путь. Скоро сюда доберется пожар. Да, конечно. Мы уже его видели вообще-то. Осторожно, пожар рядышком. О, смотри. Как... Вот эта карта. Бандиты. Ночь. Башни. Пожар. Тут, короче, карта конкретная. Ребят, я могу вас как-то взять и посадить? А, чтобы посадить, нужно открыть станцию. Ну, проехать чуть дальше. Вот. Есть какой-то чертежик. Вагон. Мы теперь научились делать вагоны. Давай посмотрим. Пожар-то все, нет? Я слышу, что пожар там где-то есть, но вроде бы... Еще и шахты могу подобывать, да, немножечко угля. Зачем я это делаю? У меня с водой проблемы. Надо попить где-нибудь водиться. Тут есть где попить воды? Опа! Можно чуть-чуть проехать, и вот водопой будет. Ну, короче, я думаю, что мы на этом остановимся. Поэтому, если тебе понравилась эта игрушка, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что до встречи!